Это женочек может. Черовик? Это больше подобное на женочек. Вот это черепок. Так, ты говорил, вот эта тряпочка какая-то, не ведаю от чего она. Это черепок. Вроде как жаночи по форме. Ой, тут людей немерено. Трехкутник и у трохкутнику такая. Ну, фабрика Ленинград. Верхняя часть. Зараз мы знайдем. Вот. Нет, ну я сгоден, но тем не надо. О, ты баш розницу? Так немцы в сравнении с этими сосисками были анёлы. Это еще горш. Это горш еще. Это в ночи тягали, а немцы хоть у день приходили, уже ведал. 15 значит пар. Это значит две костки, это две ноги человечьи. Это 15 человек вот в этой кучке. Значит 30 косток, это значит две вот великие вот эти бедренные с шейкой бедра. Вот они, вот такие вот. Вот, вот это значит это 15 человек вот в этой кучке. Тут коля 200 косток малых, это я перелечил. Коля 200 косток малых и средних. Тут две кучи были, значит, присыпанные, две кучи вот где-то, как она называется, листья, это елки, иголки, это все было присыпано. Коли почал разгребать, я гляжу, тут одна великая куча косток и другая великая куча косток. У меня нема сомнений, что это человечьи костки. Потому что бачно, что это человечьи костки, людские костки, все. Ну, вот так и знайшов я, ну. На этой ямине, ну, где-то метр ножа на два, не больше такая ямина. А там, где кости, вот, миновито, видно, свежие копали. А далее, сама ямина, прикладно метру, наверное, 7 у длину. И у ширину метры 2,5, может, 3. Вот, ну, глубину... Тут видно, выкопано, ну, может, метры, метр, может, так, ну, может, полтора, может, ну, более не будет. Вот. И поэтому мы лечим, что у этой ямени, миновито, тут 200 поховано, как минимум, полсотни человек. Потому что, как вы видите, ну, тут вот, ну, метр на два, более не будет. Вот. Коли взять на перемножить на 7 метров, то коли тут 20 человек, то это зусім, як минимум полсотни, а я лечу и навод больше. Ну, это может только высветлить, коли тут будет проводиться следующими органами какие-то доследования. Коли они будут копать, выкопывать эти парышки. Ну, Олеж, мы не смогли с прошлого года этого домогчися. Кольки мы писали заяв уже. И навод были следчий комитет зачинил справу, как мы потом доведались, мы поскардились на деяние районного следчего комитета Витебского, который нам сказал, что мы не являемся тут заявниками и отчапитесь от нас, идите далее. Коли вам нечто не подобается, то скардитесь нашему вышестоящему керовництву. Вот. Ну, мы поскардились и отрывали уже от областного керовництва, с Витебского следствия комитета, что вы являетесь заявниками, и вам будет поведомлено, когда придут парышки из Минска с экспертизы. Там мы тогда видели, тут было 7 черепов. А они, когда взяли, кажут, что тут всего взято 4 черепа и костки. Вот. Ну, вот сейчас мы нашли уже, Олеж, хочу отзначить, что вот эти костки мы, коли нашли, только после того, я, там было не покрыто листьем и неким
там несколько лапок, ну, больше листьев. Значит, и собраны у кучки. Напишем сегодня ж заяву у следчие органы, уже миновито у Витебский следчий комитет, каб ён не казал, что вы не являетесь заявниками. Подпишемся усе присутные, кто тут присутничал и кто бачил это. И отдадим, сегодня ж отдадим у Витебский следчий районный комитет.